Александр, скажите, да. Вы смотрели фильм «10 негритят»? Это фильм, где людей собрали в одном месте и за разные плохие поступки, которые они совершали в свое время, их убивают последовательно. Это вы говорите про Нюрнбергский процесс. А я имею в виду фильм, который снят по произведению Агаты Кристи. Там есть сюжет. А к чему вы спрашиваете? Да потому что пародию прямо сейчас мы будем смотреть. На «10 негритят». Прямо сейчас. Большая разница. Смотрим. Велика разница. Добрый вечер, господа. Мы рады приветствовать вас на негритянском острове. Меня зовут Томас Роджерс, это миссис Роджерс. Мистер Оуэн будет завтра, за что заранее просит прощения. Так что селитесь, и к 9 вечера мы ждем вас на ужин. Мистер, простите, что это у вас? Это я взял на всякий случай. Предчувствие у меня какое-то странное. Ну что ж, прошу в дом. Господа, какие забавные фигурки негритят. Ничего не вижу в них забавного. А так? Забавно. Леди и джентльмены, прошу тишины. Вам предъявляются следующие обвинения. Доктор Армстронг, вы обвиняетесь в смерти Мэри Клим. Такие же было 150 лет. Что в 15, что в 150 лет. Человек не может выдержать 98 ножевых ранений. Уильям Блор, вы были причиной смерти Сары Вонтейн. Это был несчастный случай. То есть воткнуть лом в сердце через ухо вы считаете несчастным случаем? Так считает суд. А лично я убежден, что это был не более чем дружеский розыгрыш. Энтони Марстон, вы обвиняетесь в самом тяжком преступлении против человечества. Вы спроектировали новогоднюю елку на Майдане в Киеве. И чтобы не затягивать и без того нудную сцену, все остальные тоже виновны и тоже сдохнут. Я так понимаю, нас всех здесь собрал мистер Оуэн. Послушайте, а кто такой этот мистер Оуэн? Это владелец этого острова. А вы еще что-то знаете о нем? Нет, сэр. Это все, что мне известно. Я могу идти, мистер Оуэн? Да, Роджерс, идите. Господа! Я не знаю, кто такой этот мистер Оуэн, но лично я готов принять его вызов. О нет, он мертв. С чего вы взяли? С того, что я на нем стою, а он абсолютно не против. Да. Знаменитый портвейн «Три семерки». Сколько несчастных жизней унесло это пойло. Смотрите, на подносе исчезла одна фигурка. Почти как в считалочке, которая висит у меня в комнате. 10 негритят решили пообедать, один вдруг поперхнулся, их осталось 9. И у меня в комнате такая считалочка. Но у меня тоже такая считалочка. Тоже. У меня тоже. Нужно переждать одну ночь и составить план. Спокойной ночи. Спокойной ночи, господа. Отличное утро. Господа, миссис Роджерс не проснулась. Все сходится, господа. 9 негритят, поев, клевали нос. Один не смог проснуться. Их осталось 8. Мне кажется, она просто переборщила со снотворным. С чего вы взяли? Вот. Смотрите, с подноса исчезла еще одна фигурка. А вы знаете, что это значит? Конечно. Происходит самое страшное. В доме находится не только убийца, но еще и вор! Господа, у меня возникло такое подозрение, что убийца и мистер Оуэн – это один и тот же человек. И что он – один из нас. Может быть, вы, мистер Оуэн? Нет. С чего вы взяли? Я же женщина. Тогда докажите. Тогда вы, мистер Оуэн. Господа,
Предлагаю другой способ. Чтобы узнать, кто из нас мистер Оуэн, посмотрим друг другу в паспорта. У кого будет написано мистер Оуэн, тот и мистер Оуэн. Нет, нет, господа, это бред. Мы же англичане. Я предлагаю в течение 5 дней подозревать друг друга, гибнуть по одному, и в конце, кто останется в живых, тот и есть мистер Оуэн. Отличная идея, господа! Реально, да, 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 да. Господа, я отлучусь. Ну, просто пришло время и мне умереть в этом фильме. Что случилось? Все сбылось. 7 негритят дрова рубили вместе и зарубил себя один. И осталось 6 их. Подождите, подождите. По считалочке 3-го должны были сбросить со скалы. Да ради бога, господа. Могу и со скалы сброситься. Совершенно другое дело. Господа, у меня есть предложение. Раз уж следующего из нас должны зарубить, предлагаю избавиться от топора. Ну, извольте, без дров мы замерзнем. Но мы же можем рубить дрова чем-то мягким. Например, тыльной стороной ладони. Отличная идея! Мистер МакАртур зарубил себя тыльной стороной ладони. Господа, убийца однозначно кто-то из нас. Поэтому предлагаю всем зайти в дом, включить тревожную музыку и порассуждать на эту тему. Прошу. Господа, убийцей может быть любой из нас. А где вы были прошлой ночью, доктор Армстронг? Я был у себя в комнате. Ну и кто это может подтвердить? Миссис Клейтон. Хорошо. А где прошлой ночью были вы, мистер Ломбард? Я тоже был у себя в комнате. И это может подтвердить миссис Клейтон. Хорошо. А где прошлой ночью были вы, мистер Уильям Блорд? Я тоже был с... Все, все, хватит. У всех мужчин на этом острове есть алиби на эту ночь. Ну почему же? У меня... Двойное? Так, заткнись. Что там дальше говорится в считалочке? Может быть, мы сможем предотвратить следующую смерть? 6 негритят сидели в гостиной опять. 1 умер от смеха, и их осталось 5. Умер от смеха. Это ж смешно. Как можно умереть от смеха? Вот видите? Считалочка сбывается. Нам нужно остерегаться того, что там написано. Тогда больше никто не умрет. Ну вы только вдумайтесь. По считалочке следующий из нас должен умереть от укуса шмеля. Ну это же бред. Это же смешно. Ну какой у Северной Англии шмель? Жу-жу-жу. Господа, предлагаю всем срочно выйти на улицу. Господа, я знаю, кто убийца. Зачем вы это сделали? Так а что? Он сейчас концовку расскажет, потом мне интересно будет. Мистер Ломбард, примите мои соболезнования. Да. Ну, по поводу чего? По поводу вашей смерти. Да, я же еще жив. Понимаете, здесь события развиваются так быстро, я боюсь, не успею вам этого сказать. Слышали? Да. Это быстро. Бежим! Мне все это надоело. Я нарушу все планы убийцы. Я сейчас, я выброшусь из окна на дно ущелья. Нет! Да. Нет! Гребаный батут! Убийца всегда на шаг впереди нас. Да, я с вами согласен. Убийца хитер. Он последователен. Он хорошо подготовлен. У него все продумано до мелочей. Но даже он в своих самых безумных фантазиях он не мог предугадать, что я сейчас. Все умерли. Осталась только я. Так что получается? Выходит, я убийца? О, боже!
Я ж так и знала, что это я! У меня просто не было доказательств! Ну, конечно! Я же с самого начала как-то странно и подозрительно себя вела! Ну, что же я раньше... Я убила 9 человек. Что мне делать? Я не смогу с этим жить! Что мне делать? Ну вот, 9 преступлений нашли свое наказание. Осталось только одно.